Эти горки, что я тебе говорю, что показывали. Ну иди. Блять, я тут сколько дорогу смотрю, нихуя не видел здесь. Может тут как-то проехать можно? Давай. Саша ведет. Говорит, где-то тут горки есть. Надо было больше инерции, газу. Так я дал газу, и закопалось сразу. Дал газу, закопалось сразу. Вилку не пробила. Клево. Давай спереди тебя сниму. Посмотришь на свои ошибки. Вот через зубы с теми ошибками я практически в прошлый раз, когда ехал. Через раз. Тогда. Еще он показывал тут, можно практически. Ну там так, по лайку. Там видишь, холмик такой. Можно прыгнуть как бы. Это прикольно. Саша, давай. Газу на заднем. Давай. Что такое? Это звуки непонятные, блядь. Все на месте. Что? Все на месте. Не, ну звуки какие-то непонятные. Я так поеду. Давай. Мог бы перетянуть хотя бы. Нет, так я только, блин, чего бы ехать, блин. Ну где ж он дура? Ну не полностью. Дау. Что он, блядь, глохнет, когда подкидывает его? Потому что ты не выжимаешь сцепление. Мне тоже так бывает. Я без рук могу. Ой. Вот, опять же. Че он глохнет? Он задним колесом сразу цепляется, ты сцепление не выжимаешь. Отлично.